Здарова, хулиганы, как ваш ничего, с вами снова Iron Druk. Мы продолжаем проходить Winter's Fury, пока что без вылетов, очевидно, в этом были виноваты сторонние моды. Мы остановились не понять где, не понять зачем. Схитрить не получилось. Мы продолжаем пробираться к горе Бафомет, чтобы узнать, что там происходит. Нас пытаются остановить демоны, которых запихали везде и повсюду в слишком больших количествах. Вот она, синяя карточка. Я не помню даже, где она нужна. Задрали. Просто задрали. Ну идите сюда, падлы. Давай, давай. Пум! На тебе, засранец. Больно будет падать, да? С задницы. Хорошо. Возвращаемся тем же маршрутом, каким пришли. А нет, не возвращаемся. Да ё-моё. Как эти ваши подлянки достают, а? Так. На оружие, на тебе. Ух, ёлки-палки. Ух ты. Кто бы мне... Так, что у меня есть? Тебя, думаю, можно плазмой покормить. Бум! Засранец! One, two. Наноплазмоган. Наноплазмоган. Не абы какой. Так. Тык-тык-тык, газетка. Я что, тут был? Так, вот они, мы на месте. И нам в эту дверь, я полагаю. Пфф! Архон, серьезно. Хватит пихать неприятных мне демонов мне под нос. Я за это наказываю. Конечно, давайте еще со стен повыезжаем. Нормально. Ну, пока что неплохо все идет. Пока что все идет неплохо. О! Ванилька. Ванилька, это хорошо. Тебя я оставлю на потом. Мало ли что меня ждет там. Так, кстати, дайте-ка опять поправим автоприцелку. Автоприцелку, что я несу? Так, есть. Огонь из всех орудий. Ах ты ж собака. Ух ты. Так. О, не-не-не-не-не, только не ты. Тебя мне вот не надо, так стопудово не надо. Нечем бить, нечем крыть. Супер. Не понять, каким чудом, но я это сделал. Я его завалил. Теперь я тебя завалю. Жри плазму. Да. В очередной раз позвольте посокрушаться насчет крутости нано-оружия в этой игре. А, у меня же больше нечем стрелять больше. Отлично, замечательно. Умри. Я хочу прыгнуть вниз просто. Мне надоело. Все, я хочу прыгнуть вниз и закончить эту игру. Окей, ладно. Чувствую, прыгнуть мне не светит. Где мы вообще, черт возьми? О, холодильник. Как оригинально.
Оу, красный череп карта. Это уже интересно. И что там открылось? Фу. Фу. Так. Есть еще добровольцы. Получить от меня в щи. Все. А зачем нам красная карта? Кто-нибудь напомнит? Вот зачем нам красная карта. Полагаю, это выход с уровня. Что-то мне не нравится резкая смена музыки, честно, если. Совсем не нравится. Я не знаю, куда идти, даже я по приборам иду. Если сейчас меня что-то напугает в этом моде, вот это будет удивление. Куда я... Так. Срань господня, должно быть, это подземелье Авроры. Ну что ж, жив Бафомет или мертв, я и выйду. Сказал. Блин, люблю идти по приборам вообще. Так. 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 Ух ты, вот это мне везет. Так я еще неплохо справляюсь с хождением по приборам. Так. Если серьезно, куда дальше? Ладно, сейчас момент. Включим прибор ночного видения. Стандарт. А, так он не врубается, потому что... Он и так стоит у меня, круче некуда. У меня просто... Это уровень такой темный. Зачем делать такие уровни, а? Вот зачем? Я не знаю. Длинный лифт. Подниматься будем долго. Сибирь. Гора Бафомет. Аврора Волт. Подземелье Авроры. 30 сентября 2033 года. Сколько там времени? 23. 11 вечера. Гипотермия. Температура ниже нуля. Окей. Так. Не нравится мне все это. Игра бывает великодушной и забрасывает вас оружием только в одном случае. А не босс батл, хорошо. Я уж думал, сейчас начнется. Оу, я что, могу сигануть вниз? Не, не могу. Не. Могу. Зря я это сделал. Это на последний момент, короче, будет у меня, если совсем я разочаруюсь во всем. Так. Так, лесенка вниз. Вау. Довольно-таки большая хреновина этот ваш подземелье Авроры. Или убежище Авроры, если... Если Валт применить, как вот к Фоллауту. Ладно, барон, только ты да я. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Семь выстрелов из нано-супершотгана. Я до сих пор к этому не могу привыкнуть. А вот это точно босс-баттл, и... Что там у нас? Аврора Систем, Specimen 6283. Экстрактинг. А, они все еще из кибердемона вытаскивают адскую энергию. А, закончено. Извлечение адского. Адского топлива. А, трансфер энергии успешен. Погодите, что? А где, черт возьми, Бафомет? Это место...
Это не подземелье. Внимание. Извлечь демонический источник сейчас. Какой в задницу демонический источник? Вы это о чем, ребята? Это реально не Волт. Ух ты, срань! Отмороженный кибердемон. Чем мне прикажете его валить? Крепким словом. Ну, хотя бы музыка доставляет, я думаю. Думаю, мы справимся. Через секунду я сдохну. А, ты не просто будешь стрелять меня с этим. Ах ты, трэш ходячий. Ну ладно. Ау. Пиу-пиу-пиу. Жри ракеты, собака. У меня еще есть, я не жадный. Они, короче, обычного кибердемона, походу, там замариновали до такой степени, что он стал отмороженным. UEC, ах вы проказники. Готов! Охрена с два, это просто его стадия номер один. Как с той королевой. Тьфу ты! Ой, он еще больше стал. Главное без паники, друзья мои. Главное без паники, паниковать буду я. Пошли вон. Эй, а демоны ведь могут его валить, устраивая конфликты внутри коллектива, как я раньше просил. Маринон, отмороженный кибер, мать твою, демон. Хоу! И музычка такая эпичная. Вот такими должны быть BI, битвы с боссами. Ну, плюс я еще должен выиграть обязательно. Это было близко. Если бы я сейчас это пропустил и получил бы им в лицо, было бы неприятно. Ну, у UEC все как обычно, через задницу. У них не получается даже топливо из демона извлечь нормальным образом. Все в теории, господин Думгай. Ух ты, ё-моё. На практике у нас все получается херово. Я вижу, что херово у вас все получается. Ладно. Стадия номер два. Архоны. Ты. Шк-шк. Огонь из всех орудий. А давай ты начнешь по ним стрелять, задница. Помоги, так сказать, мне. Угу. Ух! Ух! Ай-яй-яй-яй. Брони вообще, считайте, уже нет. Ну, 97%, но считайте нет. Будьте пессимистами, как я. Жух! Жух! Вообще суперски. О, все, отлично, махать начался. Это хорошо, можно игру сохранить. Ребята, не тушуйтесь, валите его. Давай, третья фаза, засранец. Жух. Блин, жаль, Архон его не валит. Но сейчас, думаю, это исправится. Так. У нас, походу, перегрев в системе. А-а-а! Какой к черту Blast Shield вы открыли, я могу узнать. Мне туда надо пулять теперь? Может, не стоит? Давайте-ка сохранимся и помозгуем. Допустим, я буду стрелять в Blast Shield. Этот. Это плохая идея, ни хрена не получается. Ладненько. Ай. О, да-да-да, пускай толстяки с ним разбираются, я пока передохну, дух переведу.
Хватай, задница! О, кто-то вспомнил, что у него ракетница есть. Это, кстати, к нам обоим относится. Хватит мне на нервы действовать. Сегодня не твой день, мразь! Походу, не мой тоже. Что? Выброс энергии в атмосферу? Это плохо. Походу, да. Только не говорите, что я буду кислород терять, что такое. А что происходит-то, ёлки-палки? По ним жахнуть. Плохая идея. Не жахайте по этой штуковине. Чувак, ты должен сдохнуть. Просто верь мне на слово. Только не говорите, что надо его как-то сейчас по-особому убивать будет, а? А, ни плазмогана, ни ракетницы у меня нету. Как мило. Мне бы его пукалку в данный момент, потому что эта штука, к сожалению, не выносит. Да, как-то по-особому теперь валим. А не, выносит. Только медленно. Я уже почти сдох. Ух ты! Ракеты летят прямо в миллиметре от лица моего. Парень, ты собираешься умирать или как? Ау! Шит. Где этот урод? Ах ты, ё-моё. Как он успел прокрасться, а? Где он? 3, 2, 1. Ты что делать? Так, мы что-то обесточили, походу, пока игрались. Охладитель найден. И это был кибердемон, я полагаю. Да, походу, его засосало туда. Попытка стабилизировать температуру. Я починил, походу, завод, да? Попытка успешна. Пожалуйста, свяжитесь с инженерами, чтобы продиагностировали проблему, тра-та-та. Ага. Я починил систему забора адской энергии, будучи нифига не ученым физиком. Йоу. Вообще, дайте медали тому человеку, докторскую степень. Сержант-майор Морс молодец. Ученые UEC не молодцы. Как он это сделал, блин? Ладно, все, на лифт, все, хватит из этого места, пора сматываться. На вечеринку. Вечеринка. Меня ждет вечеринка. Так. Криофобия. Шанс отдохнуть. Я не верю в это. Наконец-то. А вот наш вагончик Скуби-Ду. Так. Что он сказал? Наконец-то. А, погрузка и принятие. Остальным ребятам лучше врубить телепортер. Нам понадобятся все морпехи, каких мы можем собрать. Потому что, хоть и убил всех боссов, они ни черта не смогут сами. А, нет. Все мертвы. Так, да ладно. Ладно, вагон Скуби-Ду здесь. А где тогда все остальные, я не понимаю. Нам же сюда, по идее, надо проникнуть, да? Ой-ой-ой.
Пошла кровушка. Плохо. Ладно. Что-то как-то тихо как-то. Не к добру все это, когда тихо. Так, ладно. Забрали тут все. Сюда. Сюда. Синяя карточка. У меня была куча карточек с собой. Почему я их вечно выбрасываю после уровня? Сержант Морс. Придется с вами поговорить об этом потом. Пока никого. Так. Собрали тут все. Собрали тут все. Мегасфера мне пока не нать, но если это продвинет меня дальше по игре... Это не сделаю нифига. Ладно. Ну, я рад, что уровень такой тихий, но... Тихий уровень. Сейчас. Что такое, Арквайл? Не вышло? Почему у меня такое ощущение, что всех перебили нафиг? Мне кто-нибудь скажет? Так. Я слышу кого-то. Этот кряхтящий звук, как будто кто-то занимается самоудовлетворением. Так. Ага. Где ж все? Что-то мне все это не нравится. Пипец как. Ладно. Ладно. Куда мне дальше-то? У меня... Дверь закрыта. Нужна синяя карта. Синей карты нет. Я паникую. Вагон Скуби-Ду. Так. Что-то мне опять не нравится эта комната. Она слишком большая для того, чтобы просто быть. Опять босс-баттл. Серьезно? Что случилось? А, ну как видишь, всех убили. Черт, нужно запустить этот сраный телепортер. О, нытик. Он умер. По-моему, всех поубивало нафиг, да? Так, 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 так. А где наш полковник? Как там его звали? Забыл. Нет, я не побегу запускать телепортер прям сразу. Вначале я буду все это собирать. Ага, батарейки. Это хорошо, батарейки-то надо. А где все, черт возьми? То есть эти кретины, пока я ввалил босса, взяли и сдохли. А, что за... Надо расстрелять за нарушение субординации, будьте не живы. Так. Ну-с. Окей, все или ничего? А, тык. И неужели все я? Я подпаду домой. Ну что ж, я никого не забуду. Шучу, я забуду вас в первом же баре. Чего? Мне показалось. Это было жуткое место. Пора идти домой. Так, система Аврора перезагружается. О, черт. Походу, перегрелась система, и нашего кибердемона сейчас назад вернут. Хотя я могу ошибаться. Выпустите меня отсюда, ребят. Да вы шутите! Чёртов кардинал, блин, ледяной. И что мне делать? Кто мне скажет? Ну, не так страшно, как его легендарные... Вариант, но все равно, блин, вон, меня завалили с одного удара.
А может мне БФГ дадут или еще что-нибудь, не? Сейчас бы мегасферу. Что-то ворота открываются. Ладно, сныкаемся там. А, потому что монстры лезут. Ух, сейчас будет весело. В скобках нет. Ребят, давайте все вместе сходим во двор и попытаемся убить этого засранца общими силами, а? Не? Не, мое дело предложить, конечно. А, я должен вас всех перебить, я понял. Понял, не дурак. Жух. Ох, блин. Как все грустно. Все ракеты убил на это дело, а? Ну как это называется? Броньку, аптечки. Ай, собака. Нет, тут эта штука абсолютно не канает, я понял. Рык. Так, есть. О-оу. Жух. Так, надо сохраниться. Так, полагаю, на этом можно закончить, хулиганы. Потому что чувствую, я буду валить его еще полчаса. Поэтому на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Жуйте жвачку, любите игры. И до скорого!